Их трудовые будни и выходные полны трудностей. Здесь нужно успеть все, от уборки до организации досуга целой семьи, а еще важно найти время для любимого хобби. Но участницам конкурса «Мама года» все это под силу. Третий год они демонстрируют свои разнообразные таланты в центре «Навигатор». Кто-то участвует несколько лет подряд, а кто-то здесь впервые. Олеся Лушникова на конкурсе «Новичок». Очень волнуемся, готовились полторы недели к этому конкурсу, и я, и дети. Ну ничего, надеемся, что мы хотя бы какое-то место, но займем. Девчонки, расскажите, какая у вас мама? Она хорошая. Иногда ругается, но мы ее все равно любим. Пока мамы готовятся, их дети проводят время в интерактивном уголке. Анимация и аквагрим, веселые игры и конкурсы, хорошая разминка перед выходом на сцену. Ведь эти ребята в течение конкурса будут сопровождать и поддерживать своих мам. Участницам сегодняшнего конкурса предстоит пройти несколько его этапов. Но организаторы до последнего держат интригу. Известно лишь то, что будет конкурс на лучший костюм и лучшее блюдо. Но остальное узнаем совсем скоро. Первое – это дефиле. Мамы должны будут продемонстрировать свои наряды. Год театра. Мы решили назвать его театральный бал. Второе – рассказать о себе. Фото, видео, визитка. Я мама. Третий конкурс для них сюрприз. И нужно будет сделать поделку для ребенка. И четвертый конкурс, ну, конечно, любая мама должна хорошо готовить. В этом году заявки на участие подали 30 мамочек из нашего городского округа. В финал же вышли 12. Компетентному жюри предстояло выбрать лучших победителей и призеров. Задача, стоит отметить, не из простых, ведь все конкурсантки подошли к выступлениям творчески, продумав все до мельчайших деталей. В итоге без подарка не останется никто. Организаторы конкурса, центр «Навигатор» и его партнеры, в числе которых профессиональные центры красоты, студии визажа, флористики и даже недвижимости, они подготовили для участниц разнообразные призы – цветы, бытовая техника, сертификаты. Провести время в творческой атмосфере, показать свои таланты, получить приятный подарок или просто ненадолго отложить в сторону повседневные хлопоты в этот день смогли все участницы конкурса. И важно то, что здесь действительно главное не победа, ведь для каждого ребенка именно его мама – лучшая и самая любимая. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.